Сборная по сурдолимпийскому кёрлингу готовится к чемпионату Европы. Он стартует 26 числа и продлится до 31 октября на арене «Ледяной куб». В турнире примут участие 5 женских команд и 4 мужские. Это кёрлингисты из Германии, Словакии, Хорватии, Украины и России. Они уже прошли общую физическую подготовку и сейчас пробуют лед. На этой арене российские спортсмены будут выступать впервые. По словам тренеров, готовиться на одной площадке с лучшими российскими кёрлингистками – хорошее подспорье для сурдолимпийских команд. В России одна из самых лучших это площадок и по качеству льду, и по условиям тренировок, поэтому, конечно, они в таком восторге, вот. Приятные ощущения. Ну вот идет адаптация, как бы, чтобы мы к чемпионату Европы подготовились полностью, были и психологически, и физически были готовы. Здесь у нас мы тренируемся вместе с ними, смотрим на их тренировки, вот что-то перенимаем, да, то есть, и это у нас еще и как бы теоретическое занятие, то есть сильнейшие команды, они, конечно, показывают хороший класс игры. Вот. И для нашей команды это будет большим-большим плюсом.